Я думаю, что любовь — это мираж. Хотя, если поразмышлять, то это мир наш. Мы живем тут, на нашей планете, потому что любим, а не потому что мы все время чудим. Вообще, мир — это очень странная штука. То яркое наслаждение, то ужасная мука. Неопределенность — вот что наш мир. Великая дружба и ужасный турнир. На свете много мрака и тьмы, но и от этого мы только сильны. Добро и зло — это есть одно единое, очень могущественное, очень сильное. Это синоним ужасного слова «кровь» — могущественная и яркая любовь. 2017 год, где-то август.